Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как удалить жевательную резинку с одежды и волос. Жевательная резинка известна своей способностью к приклеиванию, отлично липнет к разным поверхностям. Хорошо, что вместе с проблемными ситуациями появляются все новые способы их решения. Уже больше никому не выстригают клок волос, в котором безнадежно запуталась жвачка. Есть более щадящие средства, и стоит запомнить их. Жвачка – самая простая пищевая резина, поэтому легко поддается разрушению с помощью самых простых химических веществ. Если жвачка запуталась в волосах, смажь пряди растительным маслом и щеткой вычесывай остатки жвачки. В этом случае можно воспользоваться и спиртом. Жвачка растворится, но спирт еще и сильно сушит волосы, помни об этом. Еще один верный метод – заморозка. Приложи к жвачке пакет со льдом или ледяной водой, она замерзнет и раскоршится. После этого также нужно ее вычесывать. Вариантов масса, и выстригание волос в них точно не входит. Это нужно знать каждому родителю. Если жвачка прилипла к одежде, один из способов – побрызгать жвачку лаком. Она затвердеет и отстанет. Действенная горячая вода. Помести ткань со жвачкой в горячую воду и попробуй отделить ее с помощью зубной щетки и ножа. Как удалить жвачку с одежды с помощью уксуса? Подогрей уксус в микроволновой печи или на плите, окуни в него зубную щетку и потри жвачку. Сделай это очень быстро, несколько раз, пока уксус горячий. Так он работает лучше всего. Потом одежду, конечно, нужно постирать. Метод удаления жвачки утюгом. Поставь ткань на картон так, чтобы жвачка оказалась между тканью и картоном. Разогрей утюг до средней температуры и несколько раз проведи им в том месте, где находится жвачка. Резинка должна прилипнуть к картону. Если этого не произошло, повтори процедуру. Также можно использовать ацетон для удаления жвачки, но имей в виду, что ацетон обесцвечивает ткань. Сухой лед очень эффективно удалит жвачку с ткани, нужно только покатать немного кубика льда по загрязненному месту. Если жвачка прилипла к дереву, обработанному лаком, выведи растворенным в воде нашатырным спиртом. Хорошо промокни после этого дерево. Есть даже способ убрать безболезненно жвачку со стены, нужно лишь нагреть ее феном сквозь салфетку. Проказы детей жевательной резинкой теперь не страшны. Ты можешь удалить жвачку с любой поверхности. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.